А перед началом этого видеоролика хочу посоветовать свою группу по продаже робоксов. Здесь вы можете быть уверенными, то, что вас не кинут. Также тут выгодный курс и большие скидки постоянным покупателям. Переходите по ссылочкам в описании и пишите в ЛС-группы. Всем привет! Сегодня я вам покажу новенький скрипт для симулятора Robzi. А для этого, как всегда, нам потребуется чит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. И скрипт тоже будет в описании. Значит, после того, как скачали чит, нажимаем Inject и ждем, пока у нас заинжектится. Как видите, у меня все работает. Если у вас не будет работать, заходите сюда в настройки, убираете вот эту галочку и обратно ее включаете. И у вас должно все заработать. Так, все, у меня заинжектилось. Вставляем вот сюда скрипт и нажимаем Exclude. Вот, как видите, вот он появился. Что в этом скрипте добавилось? Теперь можно фармить не только на спавне, но и в других локациях батарейки. Вот, а прошлый скрипт, когда я снимал, он фармил только на спавне. Так, ну давайте, в принципе, включим на спавне пока что сбор и автосел. И откроем следующие локации. И сейчас вы увидите, как станет намного быстрее фармиться. Так, все, я... Десерт, получается, локацию открыл. Включаем. И, как видите, фарм намного быстрее пошел, и также батарейки прибавились. Так, давайте открываем, значит, зимнюю локацию. И включаем ее. Вот. Батарейки раз в 7 примерно увеличились. Отлично. А, и также смотрите, что я заметил. Если вы стоите на месте, они не продаются. Но если вы будете бегать, то они будут продаваться. Конечно, это минус, но, скорее всего, это сделано специально, чтобы вас, допустим, не забанили. Вот. Вас, в принципе, и так не забанят, но я не знаю, для чего разработчик скрипта это сделал, но это вот так работает. То есть, чтобы автоматически продавалось, вам нужно бегать. Если будете на месте стоять, вот на месте он фармится, то есть батарейки фармятся и не продаются. Так, ладно, открываем вот эту локацию, включаем ее. Вот, еще больше стало фармиться, как видите. Отлично. И покупаем за 5 лямов. И посмотрим в общей сложности, сколько сейчас будет фармиться. По 10 тысяч. Слушайте, неплохо. Надо бы рюкзак обновить. Кстати, а какой у меня магнит? А, ну все, понял. Короче, так много фармится у меня из-за того, что у меня куплен магнит за реверсты. Сейчас я вам его покажу. Давайте купим рюкзак. Так, за 14 миллионов давайте накопим. Все, покупаем. Отлично. Теперь можно долго на месте стоять. Так, идем сюда. И сейчас вам покажу. Вот такой у меня магнит купим. Он самый, получается, начальный. Вот, и довольно мало прибавляет. А если вот дальше другие покупать, они намного больше прибавляют. Вот, конечно, было бы неплохо купить вот этот магнит. Он умножает на x30. В принципе, это очень много, прям реально много. И, кстати, фармится очень быстро батарейки, как видите. Вот я примерно с вами секунд 10 поговорил, пока был в магазине. И у меня рюкзак полностью забился на лям 800. Офигеть. Ну, слушайте, круто. Давайте, в принципе, сейчас... Сколько мне там надо? Накопим 70 миллионов, я думаю, это будет быстро. И сделаем с вами реберст. У меня уже 60 реберст токенов есть. Получается, если мы сейчас с вами сделаем реберст, то у меня прибавится плюс 70. В принципе, неплохо. И также, смотрите, если вы хотите еще больше получать, вы просто можете вот сюда, в эту локацию прибежать и тут фармить. У вас будет заработок еще больше. Вот, как видите, было по 10 тысяч, а сейчас по 15 прибавляется. Вот, ну... Местами по 15, а так в основном, наверное, по 12. Но заработок намного быстрее стал, если вы могли заметить. Так, все, 70 миллионов есть. Давайте нажимаем реберст. Все, как видите, я сделал реберст, у меня реберст токена прибавилось, у меня теперь их 130, в принципе, неплохо. Так, и давайте купим себе рюкзак. Эти локации давайте пока что отключим. Так, самый дешманский. Давайте за 3000. Вот, все отлично. И как видите, даже вот в начале
можно очень быстро с помощью этого чита прокачиваться, даже без магнита на x7 умножение. То есть вы все равно очень быстро сможете прокачаться. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.